врываются друг на друга. Умник, он, смотрите, фулл хп. Виндранерка довольно-таки накоцанная, ну, получила пару плюшек явно. Лич тоже фулл хп, ну, маны у него немного. Вот он ест крипов, просто чтобы не отдавать. Отдавать меньше экспы, точнее, виверу, который стоит на лайне, подфармливает. Вот эта туса, я вообще не понимаю, что здесь будет происходить. Но давайте ближе к делу посмотрим. Ну и, собственно говоря, Омник. Ну, самое интересное, 2-2 у него крипстат, как бы уже есть 2 крипа вражеских. У ВРки 4-1, но учитывая, как с кем она стоит, 2-3 у зомби. Зомби тоже умен настигает, тоже пытается фармить что-то. И у Венги крипстат 0-2. Фурион имеет, ну, талисман и танго. Такая у него стартовая сборка на дэмаг. Ну, то есть, чтобы себе небольшой плюс к урону получить. Омника здесь отгоняют от крипов. Наверху стояли Тайтхантер с Веномом в кустах. И что, смотрите, будет врыв на Лича. Да, лежал, отдался гаш, делал ТП Фурион, закроет же, в деревья закроет Лича. И это First Blood. Это First Blood от команды ПП, забирает его Вивер. Все, ребята, правильно сделали, четко сработали и забрали себе ФБ. Вот так вот, вот так вот. Улетел на ТП Фура Смида. Панда, наверное, даже если успел написать СС, то было уже поздно. Парни ворвались и просто отлично, просто отличный врыв. Ну, Лич как бы не из толстых героев, поэтому его забрали просто почти сразу. Ну, вот так вот. 1-0 счет в пользу команды ПП. Уже есть у них один килл, уже есть у Вивера денежка. Вот, смотрите, какая. Есть у него много хилки, есть у него базилька и две ветки. Вот так вот обстоят дела. Ну, мне кажется, ой, смотрите, тут что-то на миде дерутся панда и фура. Посмотрите, посмотрите, как дерутся же агрессивно, друг на друга агрессируют сильно, очень агрессируют сильно. По пол хп каждый оставил друг другу, и пятый уровень поднялся панда, у фуры четвертый. Панда прокопался через деревья. Скушал он, наверное, последний танго. Ну и вышел из ловушки, которую ему приготовил Фурион. А здесь что, посмотрим, что здесь будет. Очень интересно, наверное, что здесь будет. Но пока там ничего не происходит, поэтому вернемся мы к нижнему лайну. Так, зомби. Зомби делает ТП на верхний лайн, замечает его вивер, получает, смотрите, нову от Лича вивер и дикей от зомби, ну и, конечно, убегает в инвизия, зомби видит, где он и что-то будет, наверное, что-то будет. Зомби уже спалился, просто совсем спалился, начинает он нагрызать крипы, и, кажется, врыва не будет. Смотрите, килл произошел на миде, убил инвокера, кто же убил инвокера? Штормпанда забрала килл, ну тут все правильно, не инвокера, простите, а фуриона, боже, какого инвокера. Убила панда, сделал он все правильно и... Ну, тем не менее, у него есть дабл дэмэдж, но не спасли фуру здесь Тайтхантер и Веном. Не спасли вот фуру, жалко, мы не видели этот момент, потому что мы смотрели, как там убьют вивера наверху или нет, но за всем сразу следить, ребята, довольно-таки сложно, поэтому если парни будут драться на всех лайнах сразу, то, конечно, увидим мы далеко не все. ВР-ку оставили здесь соло против Омника. Сейчас она вообще не старается даже сбить монолегену Омнику, она просто фармит. На миде пришел уже Фурион, у него счет 0-1, он умер, к сожалению, для него. Ну и это, конечно, не очень хорошо. Панда имеет 6 уровень, почти 7, бутылку, ну, талисман, фласку и Ironwood Branch. Вот так вот затарена у нас Шторм Панда, 7 уровень поднимает, Вивер бегает в инвизе, надамаживает он врагов. Ну и куда? Куда он бежит, мне интересно. Есть у него уже Ring of Health. И просто посмотрите, уже ТХ не под смоуком, Веном тоже. Выходят они, замечают, кажется, их скоржи, замечает их команда Барабе, культует Фурион и что? Ну и Вивер здесь на инвизе убежал, конечно, убежал он к вышке, но я так думаю, что драки там уже не будет. Или если она и будет, то чуть позднее, потому что сейчас ребята просто синты, то есть команда ПП прижата к своей вышке, фармить она без затруднений. Ну и команда Барабек вот здесь вот уже ходит, подходит как-то триплан. Тут здесь, смотрите, есть Томп, есть Тан, есть Нова. Ну, то есть, короче, будет неприятно команде ПП. Правда, здесь есть Жало, здесь есть Гаш, здесь есть Удар с разворота. Не помню, как он точно называется. Ну, и здесь есть Вивер, конечно, со своими жучками, со своей атакой, двойной атакой. Ну и посмотрим. Кажется, пока что драк никаких не планируется. На низу ВР спокойно фармит с Омником.
У них крипстат 28 крипов у эрки, 16 омника. Ну понятно, рейндж герой против мили героя — это определенная разница. Тут врыв идет от команды ПП, получает стан ТХ, получает жало винга, ставится томб от зомби. Ой, мало хп у фуры, пришел же фура. Ой-ой-ой, куда же ты пришел, друг, куда же ты пришел? Помогает здесь ему вивер, но кажется, фурион уже никуда не уйдет. Тут драка, убивают у нас вай-вай-вай. Посмотрите, какой у нас замес пошел. Проблемы у вивера, могут сейчас убить Тайтхантер зомби, умирает у нас виномансер. И умирает фурион, конечно же. Но и у зомби очень мало хп. Нет, все-таки убили вивера, убили Тайтхантера. И замес в пользу команды Барабек. Стал счет 2 на 5. И такая драка, очень жесткая драка. Сделал тэп-аут у нас зомби. Он выжил, это главное. У него есть ботинок базилька уже. Ну и 33 крипа у Виндранки есть, у него ПТ на силу есть, Magic Stick, Tango и Clarity Potion. Тут прилетел ульт Фуриона, но я так думаю, что не сильно, никаких проблем практически не создал он в Виндранке. Омник, посмотрите, побежал за ВРК, побежал, и что? И использовал Slow Ring, подхилялся, но ветра, удачный Виндран включила Виндранерка. Получил здесь Омник Пауэршот, нет, не получил, не надамажил совершенно Омника, есть у Омник на это уже есть Soul Ring, на секундочку, тут Вивер что-то побежал за Личом, зачем за ним бежать, у Лича, посмотрите, уже 7 уровень, боже мой, вот это да, 7 уровень это, конечно, плохо для команды ПП, но учитывая, что Лич стоял соло, 24-12 у него крипстат, есть у него уже Ring of Regeneration, Chainmail, рецепт на 3 зимбаклера, и это скоро будет, очень скоро будет Мека. Очень скоро это будет, ребята, мека на самом-то деле. Тут Вивер с Тайтхантером убегают. Ну, Вивер, понятно, бегает быстрее, у него инвиз, все дела. Ой, ну, фарм приостановился у нас от Вивера, понятное дело, почему. Ну и Шторм Панда взяла себе руну регена в бутылочку. И посмотрите, что у нас, кто здесь ходит, кто и откуда ушел, да. Так, посмотрим мы на наш стримчик, надо сделать его в 10%.